Всем привет, друзья! Продолжаем с вами играть в Kerbal Space Program. В прошлой серии мы с вами неплохо так пролетели возле Муны и пытались посадить кораблик, но там вышел небольшой косячок, у меня он просто-напросто развалился в космосе. Будем садиться сейчас, у меня как раз апоцентр 200, я думаю, за эту посадку мы как раз его понизим и приземлимся. Пару кругов я сделал, он несколько раз тормозил об атмосферу, так что сейчас точно будем садиться. И я собираюсь оставить вот этот бак, потому что он тяжелый, я боюсь, что в этом месте у меня очень слабая будет, так сказать, масса. Поэтому корабль может тупо развернуть боком, и он нахрен взорвется, а мне этого не хотелось бы, поэтому будем тормозить баком. И здесь сразу же тогда надо добавить. Будет вот так. И тормозные тоже парашюты. Так, и вот этот тоже сюда. Не будем выбрасывать бак. Давайте ускоримся. Так, секунду, поправим. Все, давай, дружище, теперь твоя тема, надо посадить. Все, пошел вниз, апоцентрик наш. Тормозим об атмосферу и будем падать, скорее всего, где-нибудь вот здесь, в океане. Предположительно, может быть, вот здесь. Все-таки скорость у нас не маленькая, 2500. Колбасит не слабо так. Так, все, а по центру шел. Нас перевернуло даже на экране. Теперь мы не на орбите, просто летим в атмосфере. В стратосфере, точнее, если быть точным. Так, ну вот, смотрите. Приземляемся мы где-то вот здесь, да. Как я и предполагал. Довольно-таки быстро падаем. Наверное, надо включить движок будет сейчас. Блин, твою мать. Движок взорвался. 4000. Включаем парашюты. Так, затормозил маленько. Нифига себе, меня парашюты сейчас спасли просто-напросто. Я думал, у нас вместе с баком отвалился, а тут отвалилось только... Только движок не выдержал. Такого надругательства над собой. Ну, ничего не поделаешь. Сейчас чуть-чуть поспустимся и... Вот, второй. Остальные парашюты пошли. Вход. Лифчики такие. 6 метров. В принципе, достаточно, чтобы сесть и не поломаться. Садиться будем в воду, так что будет гораздо безопасней, чем на какую-то поверхность. Ну, здорово у нас движок оторвало. Больше вроде ничего. Главное сохранить вот эти вот научные все исследования. У меня и так науки сейчас 122. Посмотрим, сколько заедет. На закате садимся. Оп. Мягкая посадочка. Ух ты, блин, как тебя прокинуло-то. Так, ну что, спасательная операция. Забираем. Триста пятьдесят одна наука. Неплохо, неплохо.
4500 кредитов еще. Подзаработали маленько деньжат. Текущая репутация 193. Все получили по уровню. Ну, в смысле инженер. До этого он никуда не летал. Поэтому ему было это нужно. Так, здесь у меня миссии пока нет. Давайте поизучаем. Так, здесь твердотопленная булава, движки помощнее. Здесь не надо пока. Так, берем вот это. Движки берем. 117 осталось. Хорошие разделители, кстати, но пока не то. Здесь парашюты. Вот, встраиваемый улучшенный гидрон. Гир 1 возьмем. Вот это все нужно. 81. Чуть-чуть не хватило. Стыковочный узел. Вот здесь. Так, здесь у нас аккумуляторки всякие. А где у нас еще есть? А, вот лаборатория есть. Но она какая-то беспонтовая. Как-то с ней летал. Замучился. Но брать ее придется, чтобы взять вот это. Инфракрасный телескоп. Так, и теперь, наверное, будет возможность у нас сесть на Луну. Вывести спутник на орбиту Кербина можно. А под центр, перицентр, наклонение. Ой, я не люблю вот такие вот. Попробуй попади, называется. Так. Вот. Спасение с орбиты. Это уже интересно. Миссия спасения. И тут испытать продольный нафиг. Пока не интересные миссии, но у нас есть миссия спасения. Вот она, обломки. Сколько? Хрена себе. Апоцентр 7000. Ёкарный бабай. Вы с ума сошли, люди? Это ж мне какой разгон сейчас надо делать? Так, тогда... Тогда у нас будет совсем другой кораблик. Не то, что этот. Тикс. Берем этот модуль. Посадочный модуль. Тоже берем. Чтобы сюда отправить. Пилот у нас есть. Хорошо. Так, это все неснимаемое будет. И где у нас... Ага, масса у нас тут. Вот. Так более цивильно. Массу надо понижать, ниже делать. Так, состояние ли это хрень? Или нет, не в состоянии. Давайте-ка еще поглядим. Во, вот это да. Нет, не канает. Наверное, надо нам какой-нибудь бак сюда поставить, чтобы наверняка... Да.
явно не этот. Эти хреновины все равно оторвутся, когда будем лететь вниз к земле. Так, ну и тогда все-таки поставлю-ка я вот эту вот фишку. Вот эту хрень. Так, в нее открываем, прячем электронику. Так, и что-нибудь еще туда надо спрятать. Научные не буду, они мне не нужны. Это ж миссия по спасению. Хры-мухры. Так. Да, вот это может... Ну ладно. Сейчас мы тебя сделаем тяжелый. Так вот. Опускаем. Такой вот толстый-толстый будет щиток у нас. Все, вроде спустилось, да? Чуть-чуть ниже этой. Чтобы в эту сторону нас тянуло. Здесь. Так. Я думаю, этого движка будет вполне достаточно. Так, так, так. Теперь спасение. Спасение у нас в парашютах. В принципе, нормально. Чтобы нам теперь к тебе сюда приделать такие баки. Вот так. Так, немножко управляемости. Так, даже не знаю, наверное, этот все-таки. Возьмем движочек.
рейс у нас пойдет другой. Падение нахрен отвалится. Еще. Так. Тогда делаем вот так. Так. Херачим сюда. Вниз мы понесем такую тему. Так, как-то все хреново. Если отделяется вот это, то запускается вот это. Потом вот так. А, стоп. Эти отделяются, запускается движок последний. Вот так. Отлично. Давайте сюда баки херачить побольше. Сейчас нас как торпеду просто вытянет на самый верх. Отлично. Так. Понеслась. Конечно же, булава такая пойдет. Вот так. Просто отлично пойдем вверх. Так, маленько задеваем, да? Ну, я думаю, не смертельно. Стартуем, отваливаемся. Дальше стартуем. Отлично. Для управляемости, чтобы было хорошо. Блин, ее может туда-сюда заваливать теперь из-за того, что она такая не совсем устойчивая. Ну, посмотрим. Так, и электричество, да, чтобы было. Так, сюда и сюда. Не понял. Вот так. Все, я думаю, хватит этого нам электричества. И на всякий случай пару антеннок. Мало ли. Все там. Это вот отваливается. Тяжесть становится здесь. Как-то не очень, конечно. Может быть проблема.
Давайте тогда большие заменим маленькими. Так, опять тут все как всегда через жопу получается. Эта ступень последняя. После нее уже запускаем. Это надо вот сюда. Это последняя. Запускается после того, как эти отваливаются. Соответственно, эти движульки вот так. Вот, это отваливается. Теперь смотрим. Здесь движу. Да наш. Черт бы его побрал. Вот так. Это запустилось, отвалилось. Движок запустился сразу. Потом отваливаем вот эту тему. Движки запускаем. Эти отваливаем, движок запускаем. И все отлично. Должно проканать. На всякий случай надо соединить это все дело. Мало ли, колбасить будет. И вот это. Тоже, чтобы не болталось. Все остальное будет уже в неувесомости запускаться. Поэтому сохраняем, конечно же. И сколько там? Один пилот. Вперед. Блин, а я же сейчас не смогу. Точно. Давайте-ка космический центр. И здесь надо бы... Так. Назад. Сколько стоит 500? Пипец. Прогноз траекторий, мощность станции слежения. Это второй уровень. Блин. Возможный прогноз. Это я, по-моему, не смогу сейчас настраивать возможность полета. Эх, не знаю. Ну что ж, друзья, всем спасибо за внимание. Этот полет по спасению мы отложим уже на следующую серию. Всем пока.